Самобытность и оригинальность казахской одежды вдохновляет отечественных дизайнеров стилизовать современные вещи этническими элементами. Сегодня в нашей стране растет спрос на национальную одежду, которую все чаще можно встретить не только на тоях и праздниках, но и в повседневной жизни. Богатое наследие казахского народа вдохновляет павлодарского дизайнера Александру Сокуренко на создание национальных костюмов. В своих нарядах она не боится экспериментировать, применять неожиданные сочетания цветов и материалов. Все это активно позволяет внедрять этно-стиль в массы. Причем модная молодежь старается подчеркнуть свою индивидуальность, дополняя ежедневные образы национальными мотивами. Смелое решение современных образов – корсет, украшенный казахскими узорами. Вот такие креативы мы создаем для молодежи. Они носят их и на учебу в повседневной жизни. Они очень легкие, удобные, мягенькие. Очень классно она комбинируется с современной молодежной одеждой. Можно также на учебу с рубашечкой, с брючками одевать. Также сейчас мы придумали креативы свадебные. Они идут уже с более дорогих тканей. Здесь вот такая ткань Sunshine. Она не жаркая. Невесты очень не любят, чтобы ткани были толстые. Обратите внимание, что здесь не нитки, а хрусталь. Это очень круто смотрится. Здесь идет вот такая вот модель трансформер. Вы можете переодеться на сарасалу или на узату, чтобы целый день не ходить в камзоле. Допустим, вот такую вот басочку одеть и корсет. Это очень облегчит невесте все нахождение на мероприятии. Но это можно ходить не в начале, а в начале, например, выйти прям очень круто, а затем переодеться, когда вот еда начинается, все поздравления, гости, можно походить в этом. А далее потом опять, когда на обряд, когда она пойдет по акжолу и в саукеле уже в самом главном головном уборе, опять одеть камзол и очень красиво закончить мероприятие. Наблюдая, как меняется мода, тенденции каждого года, мы смотрим, куда идет направление. Также мы сами стараемся быть на шаг впереди, разрабатывать новые коллекции. Иногда это может измениться рукав. Сейчас девочки предпочитают более удлиненные легкие крылья на свадебных камзолах. Мы вот создали Aku Collection. Это у нас называется лебедь. Белый, как раз с крыльями и с орнаментами, с вышивкой. Далее мы можем наблюдать, что идет стиль к минимализму. Тенденция пошла более к аккуратным орнаментам. По сравнению с прошлыми годами, с прошлыми коллекциями, когда это были огромные воланы, более традиционные, сейчас девочки, молодежь предпочитают более ровные модели, силуэтные. Но радует то, что этнические модели, они все-таки набирают обороты, и даже другие нации сейчас стали приходить. Свадебные платья в национальном казахском стиле – тренд, который не сдает своих позиций уже несколько лет. У Александры можно встретить модели, дизайн которых она с любовью создавала сама. А начиналось все еще в раннем детстве с шитья нарядов для кукол. Уже тогда Александра увлекалась вышивкой, прошла не одно обучение и сейчас сама активно преподает это ремесло детям. Весь процесс появления костюма девушка контролирует сама. Пошив национальной одежды – достаточно сложное дело. Необходимо знать множество тонкостей казахского костюма, разбираться в орнаментах и вышивке. Сейчас в команде Александры 5 швей. Чтобы успеть изготовить заказ, шьют порой до глубокой ночи. Постоянное желание обучаться, творить и создавать, а также огромное трудолюбие – основа ее формулы успеха. Моя формула успеха – это трудолюбие и постоянный фокус. Вначале нужно найти, чем ты хочешь заниматься. Это обязательно должно быть любимым делом. Но не надо забывать, что даже в любимом деле будут трудности. Когда ты нашел свой рычаг, свой фокус, нужно бить только в одну точку, максимально стараться бить только туда, ну и развивать, конечно, параллельные направления. Я очень люблю учиться, у меня синдром отличницы, наверное, в какой-то мере. Бесконечное количество курсов – это не просто складирование на полке. Сейчас, конечно, большая возможность онлайн обучаться, но я считаю, что никогда не нужно переставать учиться, потому что тенденции, они просто такие скоростные в этом мире. Мы обучаемся и вышивке, и управленческой какой-то деятельности, и конструированию, моделированию. Это так интересно, это можно копать и копать все глубже и глубже. Я уже больше 14 лет в этой сфере, но вдохновение нас никогда не покидает. Inspiration, как говорится, это все время с нами. В природе
Даже идешь где-то на веточку, посмотришь сочетание цветов природных, это всегда ближе к настоящим камзолам, это всегда будет красивее. Например, степные цвета мы можем использовать, войлок, кошма, песок. Это всегда не может не вдохновить. Я считаю, что так как создана природа, так же мы и повторяем. Потому что раньше люди не имели доступа к каким-то большим количествам фурнитуры. Они использовали подручные средства, которые находились в той местности, где они проживали. Поэтому мы стараемся также углубляться туда, не слишком в стекляшки уходить. Ну, это, естественно, зависит от коллекции. В древности у казахов одежда считалась не просто необходимым одеянием. Национальный костюм имел особое значение. По нему определяли возраст, происхождение и социальный статус. Возвращение к истокам стало велением времени. Особенно заметно это сейчас, в дни празднования Наурыза. В Казахстане весь март повсеместно проводятся акции, популяризирующие национальную одежду. Казахский орнамент можно встретить не только на привычных жилетах и сюртуках. Этнические элементы отлично смотрятся на футболках, спортивных костюмах и даже на головных уборах. Для кого-то камзол – это просто что-то одно, но для меня это отдельные подвиды категории одежды. Например, есть чапанчики для взрослых женщин, которые любят более построже. Они не любят слишком там всякие шашактар, подвески, вот это не сильно любят. Можно с рукавчиками, видите, допустим, ручная работа и более светлые оттенки – это всегда свадьба, потому что невеста, она более светленькая. Но также есть и пыльные оттенки цветных категорий, потому что есть очень красивая обработка камнями, как мы вышиваем, вот это вот все переходы. Иногда и цвет стоит тоже на свадьбу одеть. Это девичья сторона, она всегда показывает нежность, более закрытость, вот, уважение к старшему поколению. По камням это отдельная наша любовь. Мы всегда выбираем очень качественную сертифицированную фурнитуру. Вот, от этого зависит вся работа. Потому что я считаю, что нету смысла вышивать что-то сложное простыми камнями, дешевыми, которые могут там сняться пленкой и так далее. Если делать, то на века, и чтобы люди при близких фотографиях, при таких важных моментах, не могли, как сказать, упасть в грязь лицом, чтобы все эти кадры, которые останутся на всю жизнь, там срывая салон, например, когда сережечку я одеваю рядом там на плече где-то камни, это всегда будет красиво и всегда будет гордость и для нас, и для невесты. Вы посмотрите, какая работа. Мы помимо орнамента здесь еще используем и оттеночки от темного к светлому, как пламя, если вы приглядитесь. Здесь, например, и трунцал есть, и гальванизированный бисер. Здесь очень много чего интересного. На самом деле, я считаю, что вышивка, она развивает даже стратегическое мышление. Поэтому мы также проводим курсы еще для детей по государственной программе. Для деток бесплатно проводим. Родители рады, что они заняты, что без гаджетов сидят, вышивают и изучают орнаменты и свою культуру. В нашей стране очень круто, что очень много традиций. К каждому празднику можно привязать национальный наряд. И даже самые малыши надевают такие костюмчики. У нас есть и на мальчишек, и на девчонок в различной цветовой гамме. Сами знаете, что есть такой обряд, как тусаукисер. Есть таляшар, когда в школу мы идем. Посмотрите, мы на любой возраст можем подобрать, на любой праздник. Это очень радует, что с этими праздниками мы все чаще и чаще надеваем всю эту красоту. Коллекция Александры хорошо известна павлодарцам. Она часто посещает модные показы и участвует в различных конкурсах. Уникальные традиции казахского народа передают духовные ценности и наследие предков, которыми мы должны гордиться и транслировать всему миру. Национальные мотивы подкупают своей красотой и уникальностью на фоне безликой серой толпы. Этностиль дышит буйством красок и разнообразием образов. Национальная одежда помогает сохранить казахскую идентичность, передавая богатство и колорит казахской культуры из поколения в поколение.